Зиму ждали, 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 ждали мы тебя. А значит, будут выезды и в села, и поля по старым картам. Отыщем новые места. Да мне загадочно, нам ехать очень далеко. И отыскать фундамент старый будет нелегко. Тайна сокровищ нас на подвиги всегда толкает. Да уж, фортуна нам не помешает. Ребята, всех приветствую на своем канале, на Копе. Выбрались мы на Коп. Вот, зимой мы были у этого домика. Сейчас походим с приборами так, да и, может быть, в сам дом зайдем, потому что зимой было все замерзшее. Сейчас все оттаяло. Домик интересный. С крышей. С такой, ну не с соломенной, наверное, вот этот чакан, что на реках. Что найдем, покажем. Смотрите, не переключайтесь. Думаю, будет интересно. Вот, ребята, кольцо на потолке было. Люльки детские вешались. По старым таким обычаям. Так, друзья, ну где-то часа полтора походили, кроме пробок сигналов не было. Вот, ребята, у нас выпала, наверное, конинка такая вот. Да, такая вот кониночка. Ну, хоть что-то пока что. То неплохо. Ищем дальше. Ищем свой золотой танец. А он у тебя есть? Так, друзья, ну многообещающие хутора нам особо ничего не дали, конинку только. Переехали мы на другой поселок. Сейчас здесь походим, попробуем, может что-то найдем. Так что смотрим. Киски. Точно что. Наконец-то. Какого года? Так, друзья, ну наконец у нас нормальный сигнал, по-моему, вот монетка из земли торчит. Выкопали. Сейчас посмотрим на закате, что же это за монетосинка у нас. Так. Так, друзья. Николай Первый. Копейка. 1853 год. О, хоть одна находка напоследок. Нормальная. Не зря целый день проходили, да? Да. Ну, наверное, на этом будем заканчивать. Мы коп. Сейчас пока до машины дойдем. Я похожу еще немножко. Что найдем, если то покажем.
А так, наверное, всем пока-пока, ребята. Не забываем подписываться на канал, ставить лайки, дизлайки. Кому не понравилось, обязательно пишите в комментариях, кому не понравилось, из-за чего и почему, причины, в общем. В общем, всем пока, друзья. We'll be right back.